Так, всем хай. Я тут сбилась запись. Первый раз. Короче говоря, вторая игра. Ильдос против тролля. Оба игрока сделали ролл на первой волне. У Ильдоса были Акаши. То есть он поставил Акашу, рольнул, ему выпал Лорд, Некр, Гарпия, Протон. То есть рейнджовый отвод, все здорово. Нагло он себе сделал 4-0 после засыла Урсы на второй левел. Достроил Гарпию. Ну, видим, что изи деф получается. И сам он апнул Кинга. То есть у кого Лорд, тот апает Кинга. Ну, такая мета. У тролля я, к сожалению, не видел, что было в первом пике. Но второй пик у него, ну, снайпера. Магнусы, Райдеры, Банша. Вот, и он выбрал, короче, разыгрывать через кучу снайперов. У него было 5 снайперов на второй волне и отвод. И, то есть, вот, третий левел он дефал через кучу снайперов. Эльдос ему не слал, то есть, тролль сидит на очке, достраивает райдера. И на четвертую волну он сидит 3-0 и апает пироса. Вот так вот, работаем. Надеюсь, больше ничего не упадет. Льдос сделал 4-1. Сидит, не очкует. Кин капнут. Не знаю, что он выберет на пятой волне, но она у него уязвима. И мне кажется, ага, нет. Тролль выбрал делать индекс. Он понимает, что если он сейчас кинет, то потом в экономике он просто жестко будет проебывать. Поэтому, да, видимо, он решает, что он будет копить сразу же на там 6, 7, 8, не знаю куда. В общем, будет играть по скиллу. Так, Эльдос кидает на 5. Четверку дефает. И делает виспа. И еще виспа. А, стоп, он хочет пятерку так дефать и доставлять еще одного лорда на 6. То есть это стандартная мета сейчас через лорда. То, что на пятерке играют вообще с супер маленьким вэлью и на 6 достраиваются. Понятно. Но это риск такой же, как был риск у тролля в прошлой игре. Ну, менты Урса. Ничего нового. Я вот думал, что тролль кинет на 5. Но, порассуждав, понял, что это невыгодно. Ну, в перспективе. Хотя стоило. Там у Эльдоса пропуск 100%-ный. Притом неплохой. Там, наверное, штук 15 бы прошло. Ну что, тут 5 снайперов, пиросос и райдер. Плюс двойной отвод. Вангую, что деф будет в ноль. Тут уже пилится 5-2. Ну, думаю, 6-2 тоже будет делать тролль. Кидать он будет 7. Ну, я так думаю, что 7. У него волна. Кстати, неплохо для него, потому что семерка у него вроде бодро дефается, а восьмерка похуже. И поэтому волна ему очень хорошо поможет. А у Эльдоса самый говноскилл выпал, станчик. На 7 он его не очень-то и спасает. Ну, пропускает две птицы, как видим, даже без засыла он пропускает. То есть там банально Урса и приходит полная пизда. Но вот тролль выбрал у нас пилить себе ламберы. Кстати, он себе делает аж 7-2. То есть на шестерку он не планирует достраивать вообще ни хера. Интересно. Может, он отменит последнюю виспа и что-нибудь достроит. Например, еще одного райдера. Или еще одного снайпера. Да, он отменяет. И еще один райдер. Райдер. Давай райдера. Заебал. Ставь райдера. Или он морту хочет на 7. Зачем тебе морта? Нахуй, тебе зевсы нужны.
Так, ну здесь, да, второй лорд появляется. Все читаемо. Все читаемо. Тролль. Нихера не добавляет. Ну, супер риск, но ему, ну, как бы, везет. Везет, что Эльдос не кидает. И Эльдос должен апать короля. Но, вероятно, он будет играть по факту, опять же. То есть, если он дефнет, то кинет на 8, например. А если не дефнет, то апчет кинга. Но, как бы... Ну, должен он понимать, что он не дефнет, господи. И что ему придется апать кинга. Или, может быть, у него план, что он хил отдаст, я не знаю. Ну, вот он разочек качнул и... Остановился. Не знаю, что остановился. Так, тролль хочет, видимо, два зевса сделать. И он ликает. И при этом он еще и... Он не кидает, блядь. Ой, а что? А, типа у него волна... И он хочет на 8, что ли? Так у него пик говно. А, ну все, Эльдос апает кинга, я понял. Эльдос 6-1 и апает кинга. Ну, что ему делать? У него тут только апникра выходит в суммонеров, да. И отвод. Ну, кстати, против двух Хадесов, ну, то есть против двух лордов и что там будет у него на 8, ну, наверное, два некран поставит или какую-то такую наркоманию, вряд ли он будет зомби ставить. Короче говоря, большой засыл против Эльдоса зайдет, потому что всего два лорда. Так что нормально. Не осуждаю. Но, мне кажется, на семерку было бы поинтереснее. Тролль просто... О, ебать. Пошла артиллерия, блядь. Три урсы. Командер, мелочь. Ну, благо, что Эльдос вряд ли будет слать. Хотя он может подумать, что... А, я понял, он себе ламбер еще делает. Но он, короче, доставит только некра. И все. Ну, это будет неплохая разъебка, на самом деле. И думаю, что Эльдос проебет хил. Хотя, там же и атака будет нормальная. Ну, посмотрим. Ну, вообще тут пахнет хилом, потому что засыл большой. Так, что будет делать тролль? Ап Магнуса плюс снайпер, видимо. Доставь еще одного, ну. Потом его в пиросы сделаешь, если захочешь. Да. Сам просто тролль, ну, по сути, это такой алынчик, что ли. Но он уже видит, что хпшка, понимает, что там ап кинга происходит. И не особо боится, плюс у него волна на кинге. Нормально. Что ж, посмотрим. Засыл хороший. Это я люблю такое. Еще и урсы, блядь, которые как раз таки ломают лицо. Лица. Лордом. Лордом, големом. Всему ломают. И они еще... О, однако, как хорошо вышло-то, уебать. Пропустите второго медвежоночка. Давай, заходи. О, молодец. И пизда. 20 штук. Ну, 21, ладно, похуй. Так, тролль лик без осыл, но у него волна, ему похуй. Он пилит ламбер, 100%. Эльдос апает кинга, естественно. Ни о каких ламбирах речи нет. Он хочет хил сохранить.
Там есть залитые, но там есть две урсы еще. Это проблема. Ну и, естественно, кодой тоже проблема. Делают эльдос дырки специально, чтобы урсы проходили, но они почему-то не захотели пройти в одну из них. Слишком мала, видимо, оказалось. Так, ну и все равно это походу хил. Большой плюс для тролля, потому что пик, ну, типа ХДС, опять же, мидирасти может пойти. Нахер она нужна. То есть быстрее игра закончится. Ну тут думаю, кстати, наверное, на какой-то, возможно, на 17-й волне все закончится, потому что, ну, тролля типа Магнусы, там, если он грамотно сыграет, там перетерпит все нападки со стороны Эльдоса, то все нормально. Плюс у него волна, страховка на 12-й волне, на 16-й страховка, и волна, и зевсы, короче. Ему надо затерпеть только всякие 15-е, что ли, либо ему надо самому дать в 14, что ли. Так, девятка, 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 7-4 будет делать или нет, не очень понятно, но по идее должен делать. 7-3 сидеть зашкварно. Так, Тролевич тоже 7-4. Ни на чем ему не хватает. Что же ему поставить? Хуй знает. Может, наверное, он ничего не будет ставить. Просто под Магнусом решит, что он так дефнет. А он решает остаться 7-3 и апает еще одного зевса. Ну, сейф плей со стороны тролля. И похуй плей со стороны Эльдоса. Если бы ему пришло на 9, была бы разъебка. Но у него есть уже король, и, полагаю, логика в том, что много он не пустит и не погибнет с королем, и ему похуй, а главное сейчас по экономике не проиграть, и все. Так, тролль засылает ой, говорю, урсу Гулевича, Dead Inside. Эльдос кидает метового орка и начинает кидать милиту. Интересно, будет он апать одного из лордов или будет добавлять еще одного? Что там по голде-то вообще? По голде ему должно хватить, но он пустит, он пропустит немножко. Ну, вроде все равно ему хватит. Да, он начинает засылать. Ну и Илюхе, короче, надо будет тут грамотно АГ, вот и так далее сделать. Кстати, он тоже себе запилил 7-4. Решил тоже, что 7-3 это все замечательно. Но после 9 волны можно и 7-4 сделать. С десяткой вроде неплохо все. Ну и обращаю внимание на то, что тролль апает ХП. Он именно настроен играть в копилити, возможно, без кинга. То есть именно показать просто как можно раньше сопернику, что у короля дохуя ХП, и разводить на этом моменте. Так, что будет дальше происходить? Тут, то есть, получается либо ап снайпера плюс что? Плюс что? Плюс нихуя. Тут надо троллю выбирать, что делать. Может, что-то продать, может. Может, райдер продать и мишку поставить еще одного. Нахуй тебе райдер. Но тролль такое не будет делать, скорее всего. Плюс у него все на отвод не хватит, а ему надо. Да вообще можно ничего не достраивать, просто сделать отвод нормальный и все. Блять, если он третью поставит, это переагр. Ну, то есть не переагра, это слишком жирный отвод, по-моему. Так, вот этого стак и вроде ок. Подзатерли немножко. Куда столько гулей, я не понял. Так, стак, все. О, хорошо, блядь, все стакнуло. И все переагрилось. И даже отвод нихуя не сработало. У-у-у. Классно, здорово, замечательно. Будем надеяться на то, что
Три ИФСа и снайпера расхуярит все. Так, ну, походу, это лик. Хотя не точно. Ну, ХДС и ДФчик. А, нет, ДФ. Что я говорю, блядь. Нихуя ж не понимаю, вот ТД, конечно. Все. Далее, тролль лепит себе ламбер 7-6. И видим, что Эльдос, как обычно, подсылает на арену. Ну и, вероятно, ХДСы могут выиграть там с некрами. Тоже хватает здесь на 7-6. Угу. Так, тролль. Ты чё, блядь? Достроить хочешь? Нихуя себе. Что за сейфплей? Да они ебанулись, блядь. Эльдос достраивает АП Никра. И тролль достраивает АП Зевса. Ну, это интересно. Это интересно. Чё же тут сильнее? По идее, лорды все равно сильнее. И у тролля может бомбануть немного сейчас. Хотя он должен понимать, что все равно у него есть преимущество. Он выбил хил, но если он сильно затянет и ему не запрет с пиком, то похуй на этот хил. Интересно. Ну, собственно, они оба в, так скажем, передефе. Ну, то есть, большая вала, заниженный ламбер, не 7-6, не 7-7, а 7-5 у обоих. И никто вперед не вышел за счет арены, то есть, все одинаково. Только у Эльдоса хила нет. Так, что будет дальше происходить? Что делать троллю? Что делать троллю? Очевидно, нужно ему ставить несколько магнусов и ролиться. Вряд ли он будет делать морту. Начинает он уже копилики со своей стороны. Есть у него 9 хп. Ну и я думаю, что он 12 не будет давать, хоть у него и волна. То есть его задача сейчас это закончить игру в мид-стадии и не уходить в лейт. Благо это можно сделать, потому что он выбил хил до 10. А если он кинет 12, то это отсрочка. Ну, то есть, это просто ап-инка, это время, то есть, вот Эльдос апает кинга, это пропуск, ну, в общем, вы поняли, да? А так, пропуск, по идее, будет и так, там можно, грубо говоря, кадоя бросить и будет пропуск. Можно, кстати, было на 11 кинуть какую-нибудь урсятинку. Ну, у Эльдоса тут все просто. Кстати, смотрите, он апает себе 7-7. То есть он себе 2 ламбера запилил. И нихуя не строит сейчас. На 7-8 ему не хватит. Видимо, он планирует дефать за счет кинга. И это, блядь, хуй знает, это просто, ну, мега риск на 12 волне. У него сколько там? 7 на 6, и у него нет волны, у него нет хила, блять, и он делает 7-7 без достройки. Что это? Он строит отвод на 12, что? Я бы понял от кинга отвод. И он не достраивает, что это, блять, это что, МХ, что ли? Что за наркомания? Или он считает, что тролль будет копить ему на 15 какой-то сразу? Тролль достраивается, естественно, сидит 7-6 и будет пытаться дефать, но... А, кстати, у него атаки-то нет, он будет очень медленно дефать. Так, Эльдос просто на похуй ебашит себе ламбер.
Так, у тролля пропуск, и ему, кстати... А, ну не, у него волна же. Ну нет, ему нужен реген и там, не знаю, парочка атак. Одна, две, там, не знаю. Но видим, что и пропуски идентичные, а ламбер выше у Эльдоса. Сейчас он посмотрел кинга и понял, что тролль ему копит. И вероятнее всего, что тролль сидит на вале. Ну, то есть не особо там ломбится. Так, вторая волна прошла. Ну, вообще все похоже на то, что тролль кидает либо 14, либо 15. Интересно все-таки, какая это волна. Скорее всего, это 15. Или что? А, тролль рольнул. У него появляется дерево замедления, грифон и гризли. Плюс яйцо еще. Ну, яйцо тут уже не нужно. Ставит он два замедла. Дальше не знаю, что он будет делать. Гризликов как-то... Ну, в целом, можно поставить парочку. Вроде неплохо. А дальше грифонов херачить. Ну, Эльдоса просто наркопостройка, я не знаю. Мне кажется, если ему кинуть даже на 14, он отвалится. У него ДПС очень слабый. То есть он со своими агроламберами может дико встрять, если он будет играть в какие-то размены. Что? Я думал размен, блядь. Тролль идет 14, все правильно делает. А Эльдос кинул Урсу. И я вижу, он апает кинга. Супер какая-то странная игра от него, если честно. Он кидает Урсу в момент, когда кидает тролль. И перестает кидать. Как будто МХ реально. И типа видит засыл и начинает апать кинга. И, конечно, никогда мы не узнаем, так сказать, как все было на самом деле. Достраивает зомбаря. Интересно, продает. Может, лучше еще некра и гарпию какую-нибудь. Или отвод может усилить. Нахуя тебе зомбарь дальше? Просто нахуя, да. Хотя бы в этом сошлись. А, он апнул гарпию и удалил отвод, ясно. Так, три тележки, два варлока, мелочь ауры и волк. Ну, думаю, здесь будет нормальный такой пропуск. Хермит, кстати. А, не, есть хермит. Думал, нет. Думаю, пропуск будет нормальный. До такой, что сейчас Эльдос все вольет в кинга. Ну, из таких соображений его игра работает, но вообще игра могла закончиться на 12, если бы тролль кинул на все. Потому что там был бы пропуск не 15-16, а, блядь, штук 30, сука. А Эльдос там, сука, 7... Сколько он? 7, 7 сделал, да? То есть он сделал 7-7, и он не достроился на 188 голды. То есть это пиздец. Супер нагло. Но повезло. Ну, либо МХ. Вам решать.
как говорится. Да ладно, разошелся тут, конечно. МХ, МХ, ну, блядь, выглядит просто пиздец. Как будто чувак видит, что происходит на всей мапе. Так, ну да, тролль поступает так, как я и думал. Но я бы тоже, наверное, гризлика там одного или два поставил, потому что танковки, ну, откровенно говоря, маловато. Есть пировик, два этих дерева замедления, магнус, райдер, но жирничей особо больше никаких нет. А ДПС это типа зевсы, ну, как бы и неплохо так-то. Много зевсов вливают прилично урона. Так, чё, Эльдос? Снова? Снова не достраиваемся, да? Ну, тролль херачит ламп. Копит дальше. Я думаю, что он пойдет на 19-й. Из расчета, что Эльдос будет делать много хадесов. И будет ламбериться. Ну, вообще так проебать можно, но в целом тролль может поступить то, что будет сидеть на вале и не будет делать супер высокий там ламбер в районе 7-13-14. Посидит 7-10, возможно. Это будет вполне нормально, с учетом того, что он закидывал. Ох, жалко, еще 15-й не пропустил Эльдос. Вообще Эльдос может прочитать этот момент и так-то разменка на 19-й выглядит неплохо для него. Но здесь он видел много снайперов. Плюс Магнуса. Блять, 7-12. Как же, сука, нагло. Просто мидираст. Просто мидираст. Просто нихуя не надо. Апаем короля и все. Апаем ламбер, апаем короля. И идем в лейт на похуй. Тролль остается 7-10, возможно, потому что ему не хватило на еще один ламбер. Но это не точно. И, как я и думал, он копит. Если он кинет рано, это может быть проблемой. Он должен понимать, что нужно заканчивать. Не надо ехать в 20+. Просто не надо. И мне кажется, что с таким количеством зевсов из-за медла и грифонами, это просто знак для него кидать на 19. Просто сиди на 7-10 и кидай 19, и все. Пропуск будет? Походу не будет. Там есть некр. Некролайт. И диаболик, блин. О! Эльдос-то остановился. Ой, то есть. Ну да. Эльдос остановился. Не хочет он больше ламберы делать. Да ладно, блять. Вы посмотрите просто на его вал. А, ну ладно, сейчас он достроится. Так это 3500, там косарь не до дефа просто. Просто косарь не до дефа, блядь. Ну это ГГ на 19 будет. Только вопрос... А, ну он атаку сделал. Но он, кстати, может еще заслать. Сам при этом. Ну, я думаю, он не ожидает. Ну, то есть он... Может и ждет, но... Может не на 19 он ждет. Ну да, тролль 19 пойдет. Эльдос кидает сам 18.
Ну, тролль более-менее на вале, плюс у него замедляшки. Так что я думаю, он хорошо дефнет. И много кинет на 19. Плюс у него есть хил. Да, у него есть хил еще, да. Ну, мелочь-то тут вообще похуй, потому что зевсы все расстреляют в миг. Ну, это засыл просто на инк, потому что, ну, как бы, король есть, и он понимает, что он, если ему сейчас там придет до хера, то король у него практически уже фуловый, и он не проиграет. Ну, скорее всего, не проиграет. Мысль в этом. Так, тролль, давай апай зевса. Зевса, зевса. Или вот этого продай, поставить еще грифона. Хорош. Шарит. Ну, похоже на конечную для Эльдоса на 19-й. Ну и вряд ли это будет два демона. Блять, да ладно. Просто ролит перед нужной волной, ему выпадает Верторча, Хускар и Бара, блядь. Ну как бы это все равно не поможет, потому что, ну, Верт, да, он усилит, но ДПСа не особо прибавится. И по вале все печально. Так, тролль. Тролль не спешит слать, он смотрит, как он дефнет, все правильно делает. Хотя кряку, наверное, можно было бы заслать. Кстати, да, Эльдос еще может отменить засыл. Ну, то есть заставить там кинуть меньше, чем нужно. Блять, тролль, кидай, блять. Что ты делаешь? Он копит, что ли, дальше? Он сейчас будет еще кинга апать. Ему атаку надо. Хоть всего 9 этих кокозябр. Тут меняет ламбер. Ну апни ты кинга, блять. Или надо было уж слать тогда два демона, отдавать хил. Хотя нет, тут надо качать. Да качай, блять. Ты что, проиграешь ведь? Конечно, качай 10 атаки. Ой, блядь, на 19-й можно было выиграть, ёперный театр. О, какое замедление, блядь, волк плюс кряка. Ну это минус хил, но горе в том, что тролль не кидает. Это минус хил. И горе будет потому, что... Как я уже показал, у Эльдоса вертолет и бары. Нормальный инком. Нормальный вал. И на 23 он уже дефнет. Вот такой ебалой. Сейчас он еще вот докидывает сам на 19. Но это уже тут не проблема. Тут нет кряки. Так что с этим тролль справится. Так, еще ламбер, может быть. Нет, тролль строит еще. Ну, короче, я понял. Тролль деф будет строить деф полностью против 23. Так, он ролится, ему выпадают дубы. Дубы, тролль, капитаны. Так, ну, короче, да, это тут, видимо, деревянный король будет. Тролль это очень хорошо под зевсов. Прям супер. Хорошо. Ну чё, Эльдос дальше набивает инк, сидит 7-12, не рискует. Дальше на похуй ламберы не делает. Блять, его бы сломало, просто на 19 он бы умер. Но
Но нет. Тролль хочет играть в риск, блядь. Он уже подарил хил. И хочет рискнуть, что типа Эльдос наштопает ХДСов и не будет ролить, а если и рольнет, то это будет поздно, и у него не будет уже валы, и там ему нихера не выпадет, и короче, и все. Но он же видел там некра. Допустим, будет там 5 ХДСов. Некр, дальше он находит там. Много чего может найти. Может дубов найти, может фант найти. Может вот верта, верт бары. Он это увидит и скажет, ну его нахуй. EFF напишет. И слать не будет. Ну это вряд ли, конечно, но... Вообще, кстати говоря, с учетом того, что троллю выпали дубы, он может придумать копилку куда-то дальше. Он их спрячет, не будет показывать, отдаст арену, например. Хотя там такой вал, блядь, уже. Ну, такой инк, такой вал, там рост будет дикий. Ну, Эльдос дальше подкидывает. Короче, хз, я думаю, Эльдос сдох бы на 19. Но не судьба. Так, тролль, 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 тролль. Кинг просто 7 на 10. Найс. Чё по двадцатке? Ясно, две черепашки. Придется еще покачать короля, видимо. Бедный тролль, блядь. Не те решения принимает. Хотя у него почти 5к. Блядь, ну не знаю. Хватит ему хп. Просто 7 атаки мало. Ну он ладно, успеет там по факту, да. А, не, нормально. Так, задефает. Ну, тут проблема просто в том, что если он будет 7-15 лепить, он с дубами не дефнет все равно. Там разменка, если будет какая-то, он не дефнет. Это пройденная уже, пройденный этап. Так, ну и что? Он, наверное, не захочет просто достраивать, не захочет палить дуба. Просто так отдаст арену, он видит, что, ну да, там типа ХДСы, куча инка. Нет, он строит дуба, блядь. Интересно. Интересно. Ну и сейчас у него пригорит. То, что там, блядь, некр, верт, бары и ХДСы. Ну, как бы, против ХДСа и некра я вообще не понимаю, зачем он в лейт пошел. Там здраво смотрелся засыл на 19, и там нихера не было. Там... Валы было очень мало. Я думаю, что там ГГшка была. ХЗ почему он не кинул? Он мог два демона дать, и это ГГ было бы. Даже без кряки. Там похуй. Просто два демона сломают, все там. Валы нет, ДПСа нет. Эльдос. Ну, понятно, инком, то есть ламбер он не будет качать, зачем ему это надо. Ну, не знаю. Куда тут можно кинуть? 24? По-моему, Тала.
Тут проблема еще в том, что Ильдос может сам раньше кинуть, и он типа пробьет тролля, потому что у него валы мало. И типа похер на этих дубов, все равно валы мало. Он его пробивает, заставляет апать кинга. Ну что, тролль в упертого пойдет на 23 или будет дальше копить? Ну, 23 здесь откровенная наркомания. Да, Эльдос кидает 22. Он, я так понимаю, из расчета, что тролль захочет кинуть два демона на 23, чтобы как бы инком просто сломать. И чтобы этого не дать, возможно, чтобы все по пизде пошло, может там тролль что-нибудь стакнет, там, как это я люблю, например, делать. Или в целом то, что у него мало value, он его попытается сейчас пробить и заставит апать короля. Посмотрим, что тут произойдет. Короля реально нет. 7 на 10. Апать придется прилично, чтобы демона убить. Хотя, если демон выйдет правильно, его можно стакнуть и сразу убить под замедлом. Так, товарищ. А, тут кряки даже нет. Ясно. Демона стак. И там есть отвод, кстати. На демона. Бьют демона, да. И убивают демона. Хорошо. И тролль кидает, короче, 23. Хотя мог бы дальше копить. А на 27. Хотя там же еще инк опять поднялся. Ой, блядь, не знаю. Ну, короче, 23, 2 демона вроде ок. Но это только если 2 демона. Если нет двух демонов, то вроде похуй. Тут еще и деф в ноль. Так-то тролль мог бы и дальше копить. Там реально он мог бы десятку влить, например, на... Ну, 25, кстати, еще неплохо смотрится, то, что там много мобов. Видно, что тут всего 6 этих вот лордов, хадесов. Дальше типа бары, то есть танковки-то не особо много. Куча этих хакаш прибегает, все разъебывает и все. Так, Ильдос наставил бар. Сделал рерол, выпадает грифон. Так, что он будет делать? Два верта. Ставит грифон. 296 монет. Куда их деть? Непонятно. Можно продать вот это, протона, и поставить апнутую клетку. Но он продает бару еще и... Что он продал? Гарпию. Продал гарпию. А, два грифона поставил, ясно. Ну тут, в общем, один демон и дохуя всего остального. Ну, по идее, если тролль тут не убивает, то это ГГ, потому что, ну, у Ильдоса имба для дальнейшей игры. Ну, может, конечно, инком тупо кинга разъебет. Кстати, да, походу ГГшка. Да, похоже на ГГ. Ну, инка много. Тележек много. Я на стриме так проигрывал. Тоже было мало этих совухов, пропуск совсем немножко. Но там гора просто кряк, тележек и так далее. Ну, посмотрим. Демону сразу фокус. Вот стану сюда. Так, волка. Волка не добил, блядь. О, руин. Это руин. Волка не добил. Так, ну, это ГГ. Походу. Или стан выручит.
Не, не выручит. Ну, будем смотреть, значит, решающую. Удивлен, удивлен. Алын сработал. Хотя пик, блядь, просто подходящий. Повезло троллю. Повезло.